А вы знаете, что хрустящие воздушные пончики можно приготовить дома легко, как в лучших пончиковых? Итак, все элементарно. 300 мл молока, 1 пакетик дрожжей, 50 грамм сахара, щепотка соли и 50 грамм растопленного сливочного масла. И еще для мягкости теста обязательно 2 желтка. А вообще весь фикус и простота приготовления этого теста в том, что не нужно делать никакую опару, а нужно просто все замесить в одном тазике. Теперь добавляем 500 грамм муки и буквально пару минут нужно повоськаться с тестом, чтобы оно стало вот таким классным. Накрываем тесто тряпочкой и, конечно, отправляем потусоваться в теплое место на 1 час. Вот так оно должно выглядеть, а потом тесто еще разочек обнимаем и от него отщипываем примерно одинаковые шарики. И при помощи ловкости рук формируем дырочку в пончике. Теперь самое главное, разогреваем много растительного масла, потому что если его будет мало, то тесто впитает лишний жир, а если его много, то не впитает. Ну, вы поняли. Закидываем пончики в сковородку и с двух сторон жарим, пока не пожарим. Ну и, конечно же, присыпаем сахарной пудрой и много кушаем со сгущенкой или вареньем. О, а за подписку обняла.